Мне вот Татьяна задала вопрос. Ты можешь быстро в существительных, одним существительным и там, двумя прилагательными, тремя словами сказать, вот кто ты есть? Я, например, владелец гедонизма, или я русский гедонист-атеист, или я русский норм, или я законченный или начатый алкоголик. Или... Начинающий алкоголик. Да. Мне всю молодость говорят, что ты законченный алкоголик. Я говорю, нет, я только начатый. Я подумал секунду, сказал, я улучшатель этого мира, и так оно и есть. Вот везде, где я, все вокруг улучшается. Вот я там купил дом, дом становится красивым. Мы начали какие-то преобразования делать. Вся улица изменилась после нас. Все стали дольше работать, лучше работать. Открыли магазин. Все переделали, вся винная индустрия в Лондоне переделала. Свои магазины увеличили, лампочек довкрутили, дизайн какой-то сделали, гибче стали как-то. Вот. Когда мы сделаем это, то же самое, это будет достаточно... Мы повышаем планку. Мы все время повышаем планку, улучшаем этот мир.